Bonsoir, Duncan. À tes amis, quand je t'en sors dans votre crise, tout ça, je t'en prie. Позволил мне ходить на реку и брать с собой наши сети. Пожалуйста, Господь. Да о чем вы там разговариваете? Свиток, который мы читаем, учит нас мудрости. Например, в нем говорится о том, что дети должны почитать отца и мать, что люди не должны красть, убивать, завидовать, а также многое другое, что может оказаться весьма полезным в воспитании детей. А чем еще вы там занимаетесь? Мы поем песни и молимся Богу всего живого. Если ты захочешь, то можешь пойти со мной. Я буду очень рада. Я не уверен, что хотел бы, чтобы мои дети слушали рассказы об этом Боге. Ты хочешь, чтобы мои дети стали жрицами и храмовыми? Или, может быть, ты хочешь, чтобы твои сыновья общались с такими женщинами? Нет. Конечно, нет. Я предупредил сыновей о том, чтобы они ни в коем случае не посещали этот храм. Многие те...